Всем привет! Сегодня мы поговорим о такой программе, как Cinema 4D. Эта программа предназначена для создания 3D-объектов, 3D-персонажей, различных спецэффектов для фильма. Кстати, с помощью нее были созданы такие фильмы, как «Железный человек», «Человек-паук». Ну, в принципе, это не важно. Мы в этом уроке будем скорее не моделировать, а накладывать текстуры, точнее даже цвет и материал на объекты. И у нас в качестве объекта будут всего лишь два шарика, которые вот вы видите. Мы будем их создавать. Сначала шары. Потом уже применять к... Ну что же. В принципе, вот и сама программа для новичков, я говорю. Кто никогда в ней не был. Выглядит она, конечно, первый взгляд, чё-таки. Много, большое количество иконок разных функций. Но с чего-то надо начинать. Ну ладно. Что мы для начала делаем? Управление как? Управлять здесь, как двигаться вокруг объектов по полигонам. Значит, необходимо зажать Alt и управлять левой кнопкой мыши, колесиком и правой. Вот так вот. Либо использовать указатели вот эти. Вот. Вот эти вот значки, которые вы видите, стрелочка, это приближение. Но, в принципе, мне неудобно не управлять. Мне проще зажать Alt и мышкой двигать. Ну что же, для начала, пожалуй, создадим, зайдем в настройки рендера и укажем здесь экран, точнее фильм видео HD TV, вот этот формат. Ну что же, все, в принципе, пока сойдет. Теперь зажатой левой кнопкой мыши, не отжимая, нажимаем на этот кубик и, не отжимая левую кнопку мыши, ведем, выбираем объект, который нам нужен. Нам нужна сфера. Окей. В принципе, сфера нам пока, кстати говоря, не нужна. Отдалим ее. Нам нужна поверхность, на которой будут лежать эти сферы. Для этого нам нужно взять сплайны. Это линии. Кстати говоря, нажимаем на колесик и видим здесь много разных, 4 точнее, разных вида. Это перспектива, то есть везде сверху, справа и спереди. Нам надо справа. Нажимаем опять на колесик, ну, направляем. Так, теперь здесь та же система управления. Alt и колесик. Теперь ставим первую точку. Нажимаем левую кнопку мыши. Дальше ставим вторую точку. И третью. Да, я думаю, сойдет. Так, теперь нажимаем правую кнопку мыши. Выбираем добавить точку. Это нам нужно сделать для того, чтобы сделать более гладкий скос. Нажимаем на объект Spline. Кстати, справа вы видите все объекты, которые у нас здесь есть. В полигоне это сфера и Spline. Ну что же, выбираем здесь V-Spline. И видите, у нас сгладилось. Отлично. Опять нажимаем колесико, переходим в режим перспективы. Кстати говоря, чтобы использовать горячие клавиши в Cinema 4D, нужно убедиться, что ваша клавиатура на английской раскладке. То есть Alt-Shift или Ctrl-Shift переведите. С зажатым Ctrl-C мы тащим, перетаскиваем наш сплайн вверх. Теперь нажимаем еще раз на сплайн и выбираем вот этот вот режим модель, которая выделяет не точечно,
как вы видите, если я потяну, то я как бы тяну за одну точку. Ctrl-Z отменить. А полностью объект. То есть, вот, как видите. Интересно. Так, дальше. Теперь это и есть как бы наша поверхность, но она состоит из двух ребер, как бы, а где поверхность сама нет. Для этого нам нужно воспользоваться и зажать снова левой кнопкой мыши вот сюда. И здесь выбрать лофт. На лофт. Теперь, сейчас я вам кое-что покажу. Значит, чтобы задействовать этот, значит, объект, мы должны нажать на наши сплайны через Shift, выделить оба и поместить, должна быть такая стрелочка вниз, не под объект, да, а прям в объект лофт. И вот что делает этот объект. Если мы возьмем sweep nops или какой-нибудь другой, то со сплайнами произойдет другое, как другое превращение, например, в трубочку, еще что-нибудь там. Но это не важно. Теперь пришло время для нашей сферы. Кстати, где она? Я потерял ее. Вот она. Так, мы давайте ее сюда. Сейчас мы создадим. И чтобы копировать сферу, нужно сделать то же самое. Через Ctrl-C. Так. Вот, вот. И просто-напросто вытащить нашу сферу. Теперь здесь вы видите функции разные. Например, это масштабирование и вращение. Мы используем масштабирование. Нажимаем любую точку левой кнопкой мыши и вот так вот к центру идем, чтобы уменьшить. Либо вот на эту штучку. Я не помню точно какого масштаба, но давайте приблизительно вот так. Теперь, чтобы наши сферы именно лежали на поверхности, можно воспользоваться функцией взаимодействия, там тяжелые тела, чтобы они упали чисто на поверхность, и был 100% эффект того, что они стоят на лежат на поверхности. Но мы этого делать не будем, мы нажмем колесик и идем вид справа. Приближаем и смотрим. Вот наша линия, которая черненькая, по-моему, да. Это та линия, на которой стоит. Сейчас мы даже поменьше сделаем. Наши сплайны. Ой. Фу, что я сказал. На которых стоит наш шар. Нажимаем на любой шарик и примерно ставим его на эту поверхность. Даже если вы чуть-чуть вомнете его, это ничего страшного не будет. Главное, чтобы он дотрагивался. И большой шарик мы подтягиваем. Все. Видимо, даже можно еще чуть-чуть пониже, если не ошибаюсь. Тоже миллиметровая там работа, ну ладно. Все. Но первое ощущение, конечно, у нас они висят, потому что нет никакой тени, вообще ничего нет. Если, кстати, вот если мы нажмем сюда, это рендер, значит, мы находимся в режиме редактирования, где все такое нечеткое. Если мы нажмем рендер, то увидим два серых шарика, но это не важно. Теперь, в принципе, все, мы создали, смоделировали, так сказать. Теперь надо создать материал. Что главное в этом уроке? Кликаем вот в эту часть два раза. Создается материал. Нажимаем на него два раза. И видим, здесь много разных функций. Самосвечение, отражение и рельеф. Очень много. Для начала мы создаем цвет. Нажимаем градиент. Выбираем. Кстати, этот урок я тоже как бы сделал по другому уроку. Сам учился по нему и решил сделать все-таки свой. Почти такой же. Ну ладно. Нажимаем градиент. И здесь ставим. Пускай будет зеленый. В принципе, сочетание цветов не важно абсолютно.
И также здесь ставим зеленый. Нет, выбираем цвет экрана и пипеткой нажимаем сюда. Теперь у нас идентичный цвет. Нажимаем ОК, как вы видите. Дальше мы должны щелкнуть под нашу зеленую линию, чтобы создать новый ползунок. Кликаем на него два раза и ставим здесь фиолетовый, скорее всего, такой цвет. Окей. Немного не очень, может быть. Я даже не знаю, поярче, что ли. Ну ладно. Контрастней. Ну, это не важно. И создаем точно такой же. Опять выбираем нашей пипеткой. Окей. Насколько помню, надо сделать так. Подгоняем ползунки сюда и сюда. Так, это надо делитнуть. Что это такое за херня? Так, а здесь у нас надо выбрать... Вам скажу, что во, здесь вам надо выбрать линейный. Где он? Линейный, я не вижу линейный. О, линейный. Правда, сейчас, подождите, было правда немного не то. Надо вот шарики глянуть, что я тут использовал. Цвет. Так, это не тот. Вот он. Мы глянем линейный и вот эти штуковины, да? Ну ладно, сейчас мы вернемся. Это мой проект до этого, который я делал. Типа так, что ли? А, ну это чтобы не было резких граней. Ладно, пускай будет так. Так, дальше что? Все, цвет мы разобрались с цветом. Теперь идем. Черт, я забыл куда. А, идем в самосвечение и и выбираем здесь 5%. То есть объект сам светится, как вы видите. Дальше мы выбираем отражение. В текстуру загружаем Fresnel. Это, как видите, стал такой глянцевый стеклянный шарик. Да. Вот. Значит, что мы делаем с Fresnel? Мы ставим здесь, насколько я помню, 8. А здесь 78. Да. И размытость. Размытость – это нечеткая такая матовая, скорее, поверхность у нас получается у шариков наших. Ставим на 3. Кстати, из-за размытости будет увеличиваться, уменьшаться скорость рендера. Правильно, да. И еще, кстати, кое-что. Мы забыли сразу загрузить текстуру на наш фон. Надо было первым делом это сделать. Все. Глянец можно увеличить. Глянец — это блик. То есть, как бы, ну, забить, короче, это блик. Все. Вот, тут показано, какой широкий он может быть или какой. Ну, нам, в принципе, он нахрен не нужен вообще. Ладно. Применяем. Мы просто переносим либо на объект, либо на любой из сфер. Все. Если мы зарендерим, мы увидим немного корявенький шарик. Так, кстати, я подумал, что цвет с градиентом надо, пожалуй, поработать. Смотрите. Вот эта херня какая-то ползает здесь. Создаем. Создаем еще. Создаем, давайте-ка, фиолетовый тоже. Такой же попробуем, но... Так.
пипеткой опять выбираем. Ну, так, сейчас, секунду. Так, подумал создать заново цвет. Так, два раза кликаем. Опять создаем, выбираем любой цвет, ставим окей. Дальше еще один такой же, выбор цвета, пипетка, окей. И снова ставим сюда и сюда. И сближаем наш, ох, хедрит твой, наши ползунки сюда поближе, зелененькую сюда и эту также близко. Давайте посмотрим, получилось ли у нас. Ладно, посмотрим, что у нас там вышло. Ну, даже можно, я сказал бы, чуть-чуть поуже. Ну да, этого сойдет. Кстати говоря, если вы не хотите рендерить весь участок, можете выбрать, опять же, зажать левую кнопку мыши и выбрать любой фрагмент. Левую кнопку мыши нажимаем сюда и тянем рендер. Что хотите здесь нажимать, и выделяем фрагмент, и он рендерит фрагмент. Либо рендер в окне. Теперь я совсем забыл, что нужно создать материал для фона. Выбираем цвет, градиент, и выбираем здесь фиолетовый. Да. А здесь охра, даже оранжевый, ну, наверное, охристый такой цвет. Здесь выбираем звезда. Нет, не звезда. Сейчас я вам скажу, что цикличный. Циклический. Так, ползунки меняем местами. Турбулентность ставим на 10%. Это разброс пятен, как вы видите. Нечеткость такая. В принципе, все. Дальше мы идем в отражение. В отражении мы ставим снова френель. И, наверное, сбавим слегонца отражения. Да. А размытость поставим процентов на 25. Как видите, у нас появилась матовая поверхность. Даже на 25-30 давайте возьмем. Здесь можно увеличить. Хотя здесь, в принципе, не надо особо трогать. Ну, это ладно. Глянец, я думаю, можно вообще убрать. В принципе, он не сильно. Ну, или сделать его малепусеньким. В принципе, он не сильно мешает. Так, ну ладно. В принципе, и все. И применяем, перетаскиваем нашу текстурку на фон. Хоп, и все. Теперь, если мы зарендерим, то особо ничего мы такого не увидим. Так, надо выбрать фрагмент. Да, отражение, пожалуй, надо увеличить здесь намного, на 100%. Это же что-то. Кстати говоря, опять шарик, мне это не нравится. Мне надо поменьше еще сделать, еще максимально маленькую полоску. Максимально. Вот, сойдет. Теперь отлично. Ну, я надеюсь, что отлично. Дальше. Что делать дальше? Создаем новый материал. Или знаете что, давайте просто через Ctrl-C переносим наш вот этот материал и вот этот. Нажимаем на новый. И выбираем здесь вместо фиолетового
Так, какой выбрать? Тот же самый оранжевый, наверное. Такой чуть темней. Так, здесь мы должны выбрать. Так, это я не то что-то сделал. Дважды кликнуть на наш ползунок и выбрать и цвет. Окей. Здесь также нужно выбрать цвет. Ставим окей. И последний фиолетовый. Это выбираем цвет и ставим окей. Конечно, может быть не то сочетание, что надо. Немного, мягко говоря, дебильное, ядовитое, но в принципе пофиг. Дальше. Так, здесь нам ничего не надо. Теперь, насколько я помню, кстати говоря, объекты надо повернуть. Выбираем вращение функцию и вертим как нам угодно. Вот так. Все. Так, опять же, линию здесь надо сделать еще тоньше, потому что все-таки как шарик-то у нас меньше. Так, это я не то что-то создал. Упс. Вот так. Все. Теперь необходимо зайти в настройки рендера. И здесь мы нажимаем настройки и убираем освещение программы. Дальше в эффектах выбираем глобальное освещение. Это функция, благодаря которой рендер длится еще дольше, да. Здесь мы должны выбрать первичные методы. Вторичные, насколько я помню, 200%. Но мы еще с этим посмотрим. В глобальном освещении есть много настроек, где можно улучшить, как сказать, всю картинку, то есть сглаживание, как вы видите, настройки еще тут есть. И вся прочая херня. Здесь нам надо выбрать OMC. Все. Так, давайте на время закроем. И теперь нам надо создать небо. С зажатой левой кнопкой мы идем сюда и выбираем небо. Небо у нас пустое. Да, можно выбрать небо с разными временами года и время, но это нам не надо. Удаляем. Небо. Выбираем буфер библиотек. Либо вот у вас здесь есть функции. Вообще я не помню, как-то еще надо их можно. Если у вас здесь нету, как-то еще их можно включить. Что-то я забыл как. Ну ладно. Предустановки. Выбираем здесь студио, рендер и текстуры. Выбираем нам нужную нам текстуру, а точнее фон. Возьмем, например, вот этот. Создаем новый материал, кликаем на него и давайте прям перенесем нашу текстурку прям вот сюда. Текстурку. Не, говняный какой-то фон, давайте другой выберем. Если здесь покрутить ползунком, можно что-нибудь да найти интересненькое. Давайте все-таки вот эту или получше-то ничего нет, вроде было где-то получше. А ну вот это давайте. Во, отлично. Глянец убираем нафиг. И все. Теперь в объекты снова возвращаемся вот здесь вот. И кидаем материал прямо на небо. Так.
Точнее, нет, еще не все, конечно. Это я так сказал. Зеленый у нас, кстати говоря, получается какой-то яркий, поэтому... давайте-ка... Так, и это тоже. Ну, ладно. Возьмем цвет и, может быть, слегка сделаем его потемнее, что ли, не знаю. Не знаю. Сейчас проверим. Так, а что тут у нас в отражении-то, кстати? Я так подумал. Многовато как-то мы взяли. После рендера я охренел аж. Так, ну что, теперь... Блин, что-то я нажал. Надо в фрагмент какой-нибудь выделить. Например, вот этот. И отрендерить. Ну, блин, как вы видите, рендер капец какой долгий. Кстати, забыл сказать, настройки рендера можно еще подключить. Так, сейчас скажу. Эффекты. Окклюзия окружения. Эта функция позволяет создавать очень четкие микротени, наверное, так правильно сказать. Так, теперь, чтобы, как бы сказать, вывести изображение, нам нужна камера. Камера с размером любым, какой вы захотите, хоть 1800, до хера размеров, любой выберите. Нажимаем все, окей, так, все отлично. Теперь вот этот значок, значит, как бы мы управляемся с камерой, как видите, да? Если мы уберем, то мы увидим здесь камеру, вот она. Наша камера, кстати, это небо у нас такое, это не важно. Вот, мы опять возвращаемся в камеру и выбираем любой фон, который нам нужен. Слушайте, из-за неба, мне кажется, у нас яркая, очень-очень яркая зеленушка будет. Зеленушка, я говорю, если кто не понял. Так, и здесь мы ставим. А здесь, по-моему, нормально зеленый. Ну, наверное, зеленый такой же, просто он компенсируется за счет этого, как его называют, за счет фиолетового, тоже кажется ярким. Ну, посмотрим, короче, ладно. Так, что у нас в настройке? Еще раз глянем глобальное освещение. Так, что тут у нас 200%. Первичная интенсивность. Оптимизация. Уровень информации. Гамма у нас стоит на единичке. Все верно. Окклюзия окружения. Я не знаю, нужна ли она. Ну, давайте оставим. Что же, давайте приступим к рендеру. Кстати, настройки рендера. Нажимаем здесь сохранить. Выбираем то место, куда нам нужно сохранять. Формат. Выбираем JPEG. На рабочий стол, наверное, сохраню. Если вообще нахер я это делаю сохранять. Ну ладно. Допустим, типа сохранил. Сохраняйся. Ну и что такое? Не хочешь сохраняться, что ли? А, да, имя надо написать. Шаги. Все, я написал. Окей, сохранил. Так, и альфа-канал. Можно, ну, пусть будет. Все, кстати, эффекты. Тут можете пошалить с эффектами, очень много разных. И вот на эту кнопочку стоит нажать вам. Рендер будет идти долго, поэтому пойду перекурю. Вы знаете, начался, я пришел, начался рендер, я понял, что не так что-то рендерится-то, да? Нужно-то. В общем, что я тут напутал?
не напутал, а кое-что не так сделал. Здесь нужно поставить глобальное освещение, кэш излучение R15. Первичный метод и вторичный по 100% оба. Ну, здесь вот это вот квази Монте-Карло. QNC, кэш излучение, видите, вот. Здесь ничего не надо трогать. А окклюзия окружений, ну, это микротень, я уже говорил. Гаммы, число отражений, это все правильно. Дальше, в принципе, все. Помню, я вам говорил. Так, здесь отражение мы уменьшали с вами. Может, даже увеличить, побольше сделать. Вот. И рендер так почти завершен. Не буду открывать пока. Так, вот она полосочка. Так, сейчас она дойдет до конца и... И все. Сейчас у нас все будет круто. Так вот, если что-то непонятно, спрашивайте. Я жду, спрашивайте. Не ходите, ну ладно. Вот. Так, ну все, в принципе. Сейчас компьютер перестанет жужжать и... Ну, в смысле, утихнет чуть-чуть. Потому что все-таки отражение занимает... И тем более глобальное освещение. Большую часть рендера. Давай же, доходи до конца. Все, ладно, открываю. Вот что у нас получилось. И вот эти окошечки, как вы видите, они показывают, как бы это... Сейчас я вам покажу. Вот что должно получиться. Если что-то так не... Если не так получилось, а получилось вот так, пишите, спрашивайте, подскажу. Так. В принципе, вот они, шарики. И еще кое-что хотелось бы сказать. Например, возьмем, например, файл, ой, не, правку, настройки программы. И здесь рендер выбираем. Здесь можно увеличить количество потоков рендера. Это те квадратики, которые вот я вам только что показывал. Например, если мы поставим 10, то при рендере... так, перезаписывать. Эту меру давайте... Шарики. Ну, это наше изображение, да? Ну, давайте переименуем его. Так. И давайте еще попробуем посмотреть, что получится. Блин. Давайте тоже переименуем. И опять еще раз сейчас рендернем. Вот. Вот как начало рендера при глобальном освещении. Вот такое вот. Поэтому мне и забеспокоило, почему нет такого рендера. Первый вот этот вот шар. Первая композиция. Вторая совершенно отличается, видите. Вот. Это буквально мелочи всякие. Если вы обратите внимание, то потоки вот эти вот... Я увеличил до 10, но увеличил-то я увеличил, но скорость именно рендера от этого, по-моему, не увеличит. Сейчас мы посмотрим. У нас было 6 квадратиков, а сейчас 10. Нет, хотя посмотрите, 10 квадратиков гораздо лучше. Да. Так что смело можете увеличивать. Так, да, я в следующий раз буду так делать, что-то я тупил. Нажимаем правка, настройки программы, это я напоминаю, рендер. И здесь выбираем количество потоков рендера. Ну что же, все, всем пока.